каким дорогам мы вынуждены добираться до соседнего поселка, где у нас ловит хороший интернет. Здесь прекрасно видно, как трясет машину. Совершенно нет дорог. Сняли асфальт. Обещали, что сделают дорогу в течение лета, но мы уже год ездим по бездорожью. 9 километров мы проезжаем в течение 40 минут. Вот так вот у нас занимаются студенты. Вот соседний поселок Кугалы. Там Шаган, откуда мы приехали. Вот студенты. Все работают на карантине дистанционно. Учителя работают по видеосвязи. Вот. Вот так у нас каждый день проходит. В день по несколько часов. Каждый день. Вот приезжаем в соседний поселок, снимаем, вот показываем, как мы работаем. Вынуждены, конечно, 8 километров мы находимся от соседнего поселка Кугалы, бездорожье. Вот. Здесь, конечно, я еще раз повторяю, не только студенты, учителя и родители.